На финальных репетициях все как во время премьеры. Декорации расставлены, реквизит разложен по своим местам, свет и звук режиссеры на местах. На артистах уже готовые костюмы, и играют они так, как будто бы на премьере. Юбилейный сезон в театре откроет комедия «Сумасшедшая квартирка» в постановке Сергея Кутасова. Пьеса о любви, о том, как молодой разорившийся граф попадает в чудовищные предлагаемые обстоятельства, в которых его спасает простая горничная. Спектакль поставлен по произведению Клода Манье в жанре комедия положений. По мнению режиссера, смотреться из зала она будет легко, а игра артистов, исполняющих главные роли, выше всяких похвал. И это результат нескольких недель репетиций. Он очень такой динамичный спектакль, очень подвижный в смысле именно, простите за тавтологию, движения на сцене, траты физической, восприятий очень ярких, оценок фактов и событий актерами. В юбилейном сезоне саровских театралов ждет множество спектаклей. Это и литературная музыкальная зарисовка по произведениям Булата Акуджавы, и другие интересные постановки. А под Новый год и маленьких, и больших зрителей порадует знаменитой сказкой писателя Льюиса Кэрролла. В принципе, «Алиса в стране чудес» – это такая сказка на вырост. И вот я не знаю, как мы окончательно обозначим жанр, но пока что режиссер предлагает такой жанр, как «Оверсайз стори», то есть история на вырост. Откроется юбилейный 70-й театральный сезон уже 7 сентября. Эту постановку стоит посмотреть. Она настолько легка и весела, что позволит зрителю отключиться от накопившихся забот и хлопот на 2,5 часа. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.